Неважно, сколько у тебя боев и насколько огромный опыт, перед тренировкой главное тщательно размяться. У бойцов с разных уголков страны свои задачи на этих сборах. На сегодняшний день мы готовимся к турниру, который будет проходить в Самаре. Подготовка началась где-то уже недели две назад. Вот. Соответственно, готовимся, как полагается. Целых у нас что есть? Целый месяц еще впереди. Тренируемся по две тренировки в день. Подобные сборы примерно проходят раз в год. Их огромный плюс – обмен опытом разных школ единоборства, что положительно влияет на развитие спортсменов как бойцов. Основной упор как на борьбу, так и на ударную технику. Много ОФП, то есть сейчас идет активная фаза подготовки, готовимся к боям. У кого-то даты на 6 мая, у кого-то на 15. Все вместе готовимся и к одной общей цели. Следующие крупные сборы планируются в июле в Горном Алтае. Туда приедут больше 100 спортсменов не только из России, но и ближнего зарубежья. Среди них чемпионы мира и Европы. На сборах участников будут ждать силовые тренировки, спарринги, ОФП и многое другое. Важно отметить, что в этих сборах может принять участие любой желающий. Если взять за прошлый год, да, прошло примерно около 300 спортсменов, из них было 40 чемпионов мира и Европы. На самом деле любителей было, так скажем, больше половины. В крае ММА стремительно набирает обороты. Все больше детей и взрослых приходят на тренировки. Растет и организация турниров. Так, в Барнауле планируется ежегодно проводить международный турнир Open FC. Первый состоялся в феврале этого года и весьма успешно. А летом клуб «Тим Стрела» при поддержке Минспорта края покажет любителям единоборства битву на Катуне. Но об этом мы еще успеем рассказать подробнее. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.